Почему жизненно необходимо верить в Бога? Советуют святые отцы. Если Бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в него не верю, я теряю все. Блез Паскаль. Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. Святитель Григорий Палама. Не на гнев создал нас Бог, но для спасения, чтобы мы, насладившись Его благами, были благодарны и благомыслящи в отношении к благодетелям. Священномученик Петр Дамаскин. Братья, будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться Ему. Покорим себя Ему и постараемся исполнять волю Его во всякое мгновение. Будем веровать в Него и поклоняться Ему, чтобы царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами. Преподобный Антоний Великий. Никогда не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога. Помните обещание Его. Мать исчадие свое скорее забудет, нежели аз вас. Святитель Василий Великий. Oh, baby, she